Из-за холода в классах в Клопуновской школе Шипуновского района сегодня отменили занятия. Коллективное письмо с сигналом о помощи инициативные сельчане разместили в глобальной сети. Всего в учебном заведении обучается около сотни детей. Как говорят родители, чтобы не замерзнуть, ученики и преподаватели вынуждены сидеть в классах в верхней одежде и сокращать уроки до 30 минут. В другие дни, когда совсем холодно, так и вовсе до 20. Причиной ЧП оказался сбой в системе отопления, хотя сильных морозов еще не было, возмущаются сельчане. Родители рассказали, что трубы ремонтировали почти всем селом. Финансовую помощь от властей района так и не дождались. Как стало известно корреспондентам наших новостей, чиновники решили отменить все сегодняшние занятия в школе из-за низкой температуры в классах. Ситуация пока до конца не решена, но вопрос находится на контроле в администрации Шипуновского района. Буквально неделю назад, в выходные дни, субботы, воскресенье, там проводились ремонтные работы. Постараемся как можно быстрее решить эту проблему.